Сотрудница производственного объединения «Старт» Юлия Сараева получила второе гражданство. Теперь она гражданин страны «Росатом». Это звание Юлия получила за активное участие в жизни родного предприятия. Она работает на заводе почти 10 лет и не только выполняет свои профессиональные обязанности, но и защищает честь производственного объединения на спортивных состязаниях, участвует в конкурсах самодеятельности. Удостоверение и знак гражданина страны «Росатом» – это признание заслуг и импульс к дальнейшему развитию. Совершенствовать свою работу, то есть не опускаться вниз, а достигать больше каких-то результатов именно профессиональной деятельности. А все остальное, то, что как бы является какой-то моей активностью, да, там спорт, самодеятельность, я тоже, конечно, буду стараться это дальше развивать. Вместе с Юлией удостоверение получили более 30 сотрудников производственного объединения «Старт». Церемонию приурочили к годовщине выпуска первой продукции, официальному дню рождения градообразующего предприятия. Гражданин страны «Росатом» – это новый коммуникационный проект госкорпорации. Его цель – объединить всех сотрудников атомной отрасли. Удостоверение гражданина страны «Росатом» дает право войти в общественный совет госкорпорации. Они заслужили этого, так как ведут активные жизненную позицию и своим трудом доказывают, что жизнь, которая на предприятии, в городе и в корпорации – это одно единое целое. Проект «Гражданин страны Росатом» продолжается. Церемонии вручения удостоверений пройдут еще не раз. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадио, компания «Заречный».